Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот хочу вам показать, как перезимовали мои вишенки, которые я сажала в декабре месяце. Все они принялись прекрасно. Эту вишенку я буду выкапывать, повезу свекрови. Эту вишенку я вот так ее обложила кирпичом и посадила еще лук между ней. Эту я оставляю себе. Эту вот тоже я буду выкапывать, отвозить, отдавать свекрови. Ну и по грядкам, где у меня очень много у меня этих отростков вишен, буду тоже убирать и отвозить свекрови. Конечно, вишни – это очень хорошо. И чтобы постоянно был у вас вишневый сад, нужно каждый год хоть одно деревце молодое оставлять вишни. Потому что вон уже мое то старое, оно уже скоро начнет умирать. Да, оно уже и умирает. Цветочки завязываются лишь на конце ветках. То обычно как молодая вишня, вот видите, она везде, с самого начала веточки. А на старой уже, вот видите, везде их полно, цветочка, везде. А на старой сейчас я вам покажу, как идет. Вот, она уже, видите, насколько пустая. Все, только вот на конце. Вот, видите, все, это говорит о том, что эта старая вишня, она уже не будет, умирает, вот. Только на конце. А вот она молодая сидит рядом. О, посмотрите, по стеблю веточки и все с цветочками. Так что каждый год вот я эту вишенку себе оставила. А на следующий год еще где появятся росточки. Они каждую эту весну, лето дают много росточков. Я отберу и оставлю. Заходите в гости, буду рада. До свидания.